Всем привет! Для нашей внучки Маши на китайском сайте AliExpress мы заказали наклейки для ногтей. Давайте откроем пакет и посмотрим на эти наклейки. Берем ножницы и аккуратно отрезаем край посылки. Так, вот мы ее открыли. Наклейки в отдельном пакете. Давайте вскроем этот пакет и посмотрим, что там внутри. Мы уже видим, что пакет очень красивый. Наклейки очень красивые, разные. Так, один у нас на наклеечка застрял в пакет. Сейчас мы его вынем. Какая красота! Маленькие стразики. Разные цвета. Подойдет для любого цвета ногтей. В пакете 30 штук. 30 вот таких линейчек. Цветочков так много, что хватит Маше очень надолго. Может быть, даже она поделится с подружками. Очень красиво. Так красиво, что я, наверное, не устаю и попробую наклеить что-нибудь на свои ногти. Сегодня у меня бледно-розовый лак ногтей. Я выберу себе, наверное, какой-нибудь контрастный цвет. Например, черный. Вот такой. Так, я выбираю себе вот этот цветочек. Я снимаю его с основы. Основа, сам цветочек очень тоненький. Нужно очень внимательно все это делать. И наклеиваю его на ноготь. Вот так у меня получилось. Дальше мне очень понравился вот этот бантик. Я тоже хочу его наклеить себе на ноготь. Я выбираю себе бантик. Он тоже очень тоненький. И аккуратно приклеиваю его себе на ноготь. Вот смотрите, что получилось. По-моему, замечательно. Но остальные я приклею попозже. А сейчас, для того, чтобы закрепить эффект, я покрою ногти прозрачным лаком. Так наши наклейки будут держаться дольше. На этом обзор сегодняшней посылки с нашими красивыми цветочными наклеечками я заканчиваю. Желаю всем хорошего настроения. Пока!